Россиянин ищет родного брата в Караганде. На сайт Первого Карагандинского пришло письмо из Кабардино-Балкарии. Пожилой мужчина просит помочь разыскать брата. В военные годы их распределили в разные детские дома. С тех пор связь была потеряна. Десятки лет поисков не дали результатов. А 30 лет назад стало известно, что разыскиваемый предположительно может находиться в шахтерской столице Казахстана. Все подробности у нашего корреспондента. Кабардино-Балкария, Эльбрусский район. Посреди скалистого ущелья располагается село Кинделен. 66 лет назад, в марте 1944 года, якобы за бандитизм и пособничество немецко-фашистским оккупационным силам началась депортация балкарцев. Весь народ был вывезен в Среднюю Азию. Семья Узденовых не стала исключением. Отец с матерью и два их сына, Залкуф и Мажир, попали в Киргизию, в город Кишпек. Родители умерли, и дети остались одни. Нас забрали с братишкой в детприемник во Фрунзе. Ему лет 6 было. Мне лет, наверное, 12-13 вот так было. Нас все оформили, помыли все. Его меньшую группу, а мне старшей группы. Я раз пошел, его нету. По ошибке начальника отдела по борьбе с беспризорностью Киргизской СССР, братьев расселили по разным детдомам. Как только Залкуф достиг совершеннолетия, он сразу же начал поиски брата. Писал во все инстанции, но безуспешно. Все, что он мог рассказать о брате, его имя и особая примета. Когда мы играли, толкнули его в огонь. Он упал затылком в этот огонь. И я его схватил, его потащили, увезли в больницу. Вот этот шрам... Сантиметр, наверное, 4 на 4. Вот такой шрам. Так и остался его в затылочной части, в голове. Вот это самый лучший примета его. Внешность, он не черный, он такой, ну сказать, не смуглый такой, светлый, волосы такой он был, голубоглазый вроде. Уже спустя много лет у Залкуфа появился важный документ – фотография. На ней, предположительно, Мажир, заметно повзрослевший. Благо, в послевоенное время была служба, которая фотографировала беспризорников. Один из них с фамилией Узденов на этом снимке. Благодаря родственнице из Караганды это фото попало к Залкуфу. И начался новый этап поисков брата. За несколько лет он повстречал свыше десятка однофамильцев. Но никто не признал в нем родного брата, не сходились и приметы. Вот это все вспоминаю я. И спокойно не могу жить. Ну, думаю, может, живой. Пока, может, умру. Что-нибудь узнаю о нем. Говорят, что брат может находиться в Караганде, потому мужчина просит откликнуться тех, кто узнает себя на снимке или знаком с Мажиром Узденовым. Ирина Камышова, Асхат Айбидулов, Первый Карагандинский.